Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале «Просто о бизнесе». Сегодня мы покажем вам одну интересную возможность, которую можно встретить крайне редко. Эта возможность называется «Важные заметки». Когда заметки важные, необходимо сделать так, чтобы их сразу можно было заметить. Войдем в модуль клиентов. Откроем любую карточку и напишем некое примечание. Посмотрите, важные заметки сразу же бросаются в глаза. А все потому, что было найдено уникальное решение. В обычной, казалось бы, таблице прямо под строкой размещать надпись, которую не получится упустить из виду. Теперь любой сотрудник перед началом работы с определенным покупателем обязательно заметит критически важную информацию. Например, для врачей это информация о наличии аллергии у пациента. Для других видов деятельности можно как минимум указывать там любые особенности поведения клиента. То, что он обычно не платит, выносит мозг, крайне скандальный, не хочет работать с определенным сотрудником и так далее. А вам понравилось такое размещение важных заметок? А их еще и к заказам можно применять, чтобы сразу были видны особые пожелания покупателя. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы сделать свой бизнес более технологичным. Всем хорошего дня и до скорых встреч!